Ребят, всем привет. Сори сразу за мое состояние. А объясню это сейчас. Увидите, чем. Не хотел этот свет включать. Короче, написывать дальше что-то. И он тебя ждать. Короче, после того, как забрали Макса, мы стали с ним на связи именно только по телефону. И то долгое время он на связь вообще не выходил. Сейчас, ну вот он сейчас прям катает. Я так понял, телефон он смог все-таки урвать. Я не знаю, там отнимали у него или что. Короче, долгое время он пропадал. Сейчас время просто, посмотрите, 23.12, 23.13 уже. То есть время, по сути, реально ночь. Как видите, там за окном все, там темнота. Вот, и он начал писать. Давайте я вам прочитаю. Ну, так параллельно еще там переписку, видите. Пап, привет, когда мы увидимся с тобой? Я пишу, сейчас сложно все, документы собирать надо. Как будет возможность, так сразу. Мне тут не нравится, это Игорь придурок, вечно не оставляет что-то делать, то это убери, то тут не сиди, то туда иди. Я даже сам с собой побыть не могу, а маме пофиг. Я понимаю, потерпи, что-нибудь придумаю. Я хочу к тебе. Не провоцирую их, надо, чтобы успокоились и можно будет аккуратно встретиться. Хочу, чтобы мы снова играли в приставку и чтобы фильмы смотрели. Мама вообще другая стала, она вечно его слушает и меня ругает. Пишу, да не ссы, решил, ну пытаюсь его как-то, короче, поддержать, потому что, ну, а что мне еще остается? Я на дистанции, я, в принципе, не могу сейчас ничего поделать, потому что, ну, там так и присесть можно, если я буду вот лезть, именно как на данный момент я, получается, не прихожусь ему никем. И, по сути, я лезу просто к постороннему, как будто бы ребенку, какой-то маньяк, и по факту, ну... Так, я пишу, да не ссы, все решим. Ну, у нее новый мужик, подстраивается под нового человека. Мне вчера сказали, что если я буду дальше себя так вести, меня начнут пороть и в угол ставить. Этого мы точно не допустим. Я надеюсь, что этот Гарик его просто пугает, потому что иначе, блядь, пороть жопу я буду точно Гарику и уже не ремнем, а чем-то каким-нибудь кнутом нахер, если он хоть пальцем его тронет. Там уже разговор будет уже другой, уже не так навеселе, когда я с ним общался. Так, я пишу, он тебя просто пугает, вы в Пензе еще? А, Игорь этот тут живет. Сейчас подожди, Макс, на меня что-то снова выпендривается. Я пишу, да там ты сам не слушаешься по-любому. Он пишет, я тут, на меня снова нарали. Время, смотрите, все, 22.02, 21.55. То есть мы с ним с полдесятого начали переписываться, время 11 до сих пор, то есть сейчас сидим. Я тут, на меня снова нарали, я ему воды налил на кровать, а он не посмотрел, лег все труселя обмочил, засал, наверное. Зачем-то налил воды ему туда. Потому что он постоянно меня задевает, ни разу не прошел мимо, не толкнув или как-то дернув. Короче, как вы понимаете, тут проблема не только в них, еще и в нем. То, что он вместо того, чтобы как-то спокойненько себя вести, чтобы его никто не трогал, он именно их сам, короче, провоцирует. И в итоге, ну, можно понять то, что именно подростковый возраст уже там, как бы, ну, тоже есть какое-то свое мнение, какие-то свои капризы. Поэтому я его понять, в принципе, могу. Плюс вообще какой-то левый незнакомый человек, который, по сути, шпилит его. Ладно, короче, это не важно. Вообще. К пацанам зайти надо. Каким пацанам? Которые меня тренировать будут, стрелять в игре. Ребят, ты сейчас не пойдешь даже. Ребят, я вам рассказывал много раз, что я играю на проекте Радмир, он же Хасл, на 16-м серваке. И моя проблема в том, что я признаюсь, я лох в ней. Потому что меня убивает абсолютно каждый, потому что я не натренировался его персонажа. В тире надо было этим заниматься, надо было прокачивать, чтобы я мог других убивать. Сейчас увидите фрагменты из игры, как это все убого выглядит с моей стороны. Да сука, да как так-то, блять, я не пойму. Чего у них за им такой жесткий? Он просто меня захерачил и все. Что ты делаешь, алё? Садись. Все, меня опять убили. Как видите, у меня не получается ни хрена. Но мне сказали, что нужны какие-то аксессуары, нужна прокачка в тире, я обязательно этим займусь. И также мне нужны ребята, которые тоже этим занимаются, которые уже прокачаны в тире, которые хорошо стреляют, как бы для личной какой-то охраны. Для того, чтобы просто вот не было таких ситуаций, когда меня просто убивают. Я, возможно, то есть вас взял бы как раз-таки за оплату, то есть в игре буду вам оплачивать за роль телохранителей. И, соответственно, будете закрывать мою жопу. Поэтому залетайте, присоединяйтесь, 16 сервак, вводите промокод Ващенко. По нему получите вы бонус на начальной стадии игры. Но это для самых новичков, которые только-только вот начали играть. Остальные присоединяйтесь. Также у нас есть, кстати,
беседа, сейчас я вам ее покажу. В ней 4400 участников, мы тут общаемся строго по игре, друг другу тут помогаем, то есть здесь нет никакого негатива. Если вдруг кто-то начинает спамить, мы выгоняем. Обязательно 16 сервак, и всех жду в игре общаться абсолютно с каждым, поэтому мы можем вместе поиграть. Ссылки все будут в описании. Еще мама постоянно спрашивает, откуда у меня телефон, отнимает и прячет, чтобы с тобой не общался. Сказала, что ты не нужен и что я не нужен тебе. Я ей не верю, да, мы в Пензе. Я пишу, это хорошо, проще будет встретиться, так что не переживай. Пишет, давай сейчас убегу, а ты меня заберешь, мы с тобой поедем куда-нибудь, пожалуйста, я прошу. И чего ты репетитор вот по русскому языку, а? И вот занимались с ним. Одни ошибки. Пишу, нельзя. Он пишет, мы завтра поедем по магазину. Мама сказала, что-то к Новому году снова они закупать собрались. Вот, я пишу, классно, отмечать будете. Я никуда с ними не пойду и ничего не хочу отмечать. Я с тобой хочу встретиться, они ничего не знают. Они завтра пойдут по магазинам, а я в машине останусь. Скажу, что мне нехорошо и посижу. Давай встретимся, пожалуйста. Я пишу, ты думаешь, они оставят тебя в машине одного? Я тебе напишу завтра, куда поедем. А куда поедете, во сколько? Ну, это просто одновременно, короче, мы писали сообщение, поэтому так. Просто не знаю, пока в какой магазин, во сколько. Я пишу, а пока неизвестно, понял, попробуем, не переживай. Оставят, куда они денутся, я такое устрою, я буду тебя ждать. Я напишу, надеюсь, мамка телефон не отнимет. Так вот, почему я, короче, включил камеру, в этом вот и суть. В общем, завтра, возможно, я увижусь с Максом наконец-таки. Потому что, ну, это уже как-то невозможно, то, что у него стресс, он хочет реально... Когда он меня увидит, я думаю, ему как минимум станет реально покомфортнее, поспокойнее. И эту встречу надо устроить. Я надеюсь, что все прокатит. Он пока что, как вы поняли, не знает, в какой магазин они поедут. А во сколько, пока не знает. Ну, соответственно, по-любому поедут они, я думаю, днем. И я надеюсь, что все получится, что они оставят его в машине. Я так понял, он, короче, сделает вид, что ему нехорошо, попросит оставить его в машине, чтобы шли закупаться без него, он подождет их там. И как минимум минут 30, а то и больше у нас будет, потому что, сами понимаете, это не просто молоко и хлеб купить, это к Новому году как бы закупаться и так далее. Не обращайте внимания на фон, то, что у меня там игра. Я, потому что я реально просто лежал убитый, типа, играл, уставший там после всего, и... Он начал, короче, писать, и у меня опять, короче, нервы мне пощекотал, прям что-то... Ну, короче, душа заболела за него, поэтому я считаю, что надо завтра с ним пересечься, как минимум успокоить его. Пока готовятся документы, я также завтра постараюсь, но это не точно. Короче, я должен встретиться с юристом, касаемо этих всех вопросов, что меня проконсультировал, возможно, будет как раз-таки... отстаивать мои интересы в суде. Я на это очень надеюсь. На крайняк, если вдруг не согласится, тогда буду искать другого какого-нибудь юриста и прям суперкомпетентного, чтобы вот 100% выиграть суд. Вот, такие, короче, ребят, дела. Я сейчас пойду уже готовиться постепенно ко сну, потому что, возможно, они поедут рано, а я рано вставать не могу, но, тем не менее, видимо, придется, если что. Надо быть, короче, просто готовым и начеку. Давайте, для вас сейчас пройдет буквально 5 секунд, сейчас небольшой переходик и уже другой день. Ребят, короче, как вы понимаете, уже утро, как утро, обед, 12 часов. Смотрите, сейчас я вам покажу. В общем, почему со мной Санек, я сейчас сразу объясню, потому что мою тачку эта тварь знает. Поэтому надо будет, короче, просто на его машине подъехать, его машину она никогда не видела. И поэтому... будет куда проще, так скажем, замаскироваться. Короче, смотрите. Так, вот он сегодня, то есть вот вчера мы просто с ним переписывались до 11 вечера. Сейчас вот он мне написал в 11.11, я буквально, ну, прям сразу вылетел. Мы, короче, собираемся, начали скоро выезжать, будем в калаш. Ты приедешь, я пишу, да, скоро буду. Он на черной четырке катается, я буду у машины стоять ждать. Макс, мы приехали, они ушли, я у тачки, ты где? Я пишу, подъезжаю. Немножко, конечно, я соврал, потому что я только еду, но мне надо было собраться, одеться, они как-то очень оперативно. Вот. Но в любом случае, я с ним сегодня по-любому встречусь. И... А что там, через суд-то никак, что ли, в итоге-то? Ну там через суд, но это долгий процесс, это же очень долго. Ну да, ты... ну просто учитывая то, что типа она делала, как она там типа, отдала сына тебе, потом что-то захотела обратно. То есть если все эти материалы предоставить, может там суд-то да, в итоге... Я не думаю, что... Она как-нибудь это так преподнесет, что оставила просто его со мной, как типа попросила там, не знаю. Короче, очень все это непонятно. Просто я знаю, как работают суды. Я впервые в жизни с ними столкнулся, когда вот мне загубили Каен. И прошло уже сколько? Более 2 лет. Просто вдумайтесь, более 2 лет прошло, суды еще идут. Да господи, он же совершеннолетним станет, пока не закончится. Поэтому... надо как-то все это пока что решать, хотя бы временное какое-то решение, оно по-любому нужно.
Так, где-то тут ищем черную четырку, и где-то должен Макс стоять. Благо, сегодня будний день, машин не так много. Ну да, еще к тому же время раннее. Ну как раннее? Ну, относительно. Ну, относительно будничных дней, да. Мы просто встаем уже. Поздно. Так, 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 так. Он должен прямо около тачки где-то стоять, а он сам твою машину уже не знает даже, да? Чтоб нам нет, он-то вроде видал. Но он не запомнил. Ну хотя да. Видал. Я даже твой номер забываю постоянно. Ну, да. Может, не вообще ни одной четырки, это странно, да? Четырка вообще полу уже. Не смешно, блин. Ну типа вообще странно же. Четырка вообще просто полой, сейчас тут ни одной на парковке четырки нет. Ну нет, ни одной четырки, вообще ни одной, ноль. Прям вообще ноль четырок. Давай направо. Закружимся давай тут. Ну еще вокруг мы еще не ездили. Магнит с той стороны, если бы магнит, то нам надо то вообще на ту сторону. Стой, 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 тормози! Заезжай сюда! А, бля, все, вижу четырку. Четырку. Да, вон Макс стоит около нее. Ага. В натуре, кстати. А эти не там? Ну, нет, он мне написал, я думаю. Ну, короче, они просто в магазине, а он остался. Да, да, да. Вставай где-нибудь рядом там. Да прям рядом стану, они же не знают, где они, похер уже. Ну да, да, да. Проще будет еще в тачку запрыгнуть, да, чем спрятаться. Возьмешь камеру. Плохо? Че плохо? Болеешь, слышу, да, кашляешь? Че с тобой? Они тебя лечат вообще? Ну, в смысле нет, по-любому тебя там заставляют полоскать, что-нибудь пить. Чай пей еще. И все? Ну че ты грустный? Нормально же тебя все. Тебя заберешь? Ну, всему свое время. Потом ну, заберу. А сейчас? А сейчас я тебя как куда заберу? Ты что? Это похищение, Макс. Я, к сожалению, его документально. Заеку, да. Да, документально у меня проблемы будут. Ну ты че, ну не расстраивайся. Ты задолбал уже грусти, все нормально, ты че? Че, рассказывай, как дела вообще в целом? Они давно ушли? У нас сколько времени примерно есть? Ну, еще минут 10. Немного, конечно. Рассказывай. Дома сижу, ничего не делаю. К этому Игорю, я его тюфяк называю. Прям его так называешь? Прям ему в лицо так говоришь? Нет. За спиной? Да. Ну правильно. Я однажды взял воду, ему весь диван облил, он трусами сел туда. Это ты вчера мне писал, это я помню. Да. И потом он отругал на меня, сказал, что будет меня ремнем бить. Не будет он тебя ремнем бить, вообще не сын, мы пизделей наваляем, да? Я ему в ванной все мылом облил, он упал. Да, стой, ну получается, это не они к тебе плохо относятся, сам получается пакостишь, правильно? Нет, мама у меня всегда телефон все забирает. Я играю нормально, она говорит, откуда у тебя этот телефон такой дорогой? Я говорю, папа подарил. Она забирает, и говорит, куда его телефон? А? Телефон, телефон забирает. Куда с собой уносит и возвращает только с контролем родительским, где я могу в 10 минут там посмотреть что-то. И то в руки я не могу там ничего играть. Это его, да, трантайка этого? Да. Гарика. Тонированная. Вот тут блатной, да? Я ему по окнам все письками разрисовал. Ой, блин, жесть ты, конечно. С тобой лучше не ссориться, да? Он ничего, короче, плохого. Меня никто не лечит. Только чай пью и все, и лежу в кровати. Что, тебе лекарства какие-нибудь передать или что? Не знаю. Он всегда с мамой вечером, кто в фильм смотрит, то в кино ходит. По магазинам меня дома оставляют. Ну а зачем тебе с ними, блин, ходить? Нахрен надо. Наоборот, мне кажется, лучше без них время, то что проводишь побольше. Отдыхаешь, ну, да, хотя бы. Ну а у него, видишь, он не может ни в чем поиграть, даже когда один сидит, получается. Ну телек дома. Ну, телек. Телек у меня все выключили, интернет отключили, все. Только у них там на телефоне, у них там есть интернет, а дома ничего нет, интернет, только у них. А, офигеть. Что-то... Жестко. Жестко. Но я должен сегодня как раз таки, либо сегодня, либо завтра буду встречаться с юристами, которые будут помогать мне собирать документы для того, чтобы заняться этим вопросом. Я не знаю, я очень надеюсь, что будет досудебное решение, и твоя мать включит голову
и согласиться на него, для того, чтобы просто без суда все закончить, и, допустим, чтобы ты мог, короче, допустим, по выходным со мной также время проводить, то есть какое-то время со мной, какое-то с ней, понял, да? Чтобы она не препятствовала, короче, нашему общению. То есть, понятное дело, ты останешься с матерью, потому что, ну, это нереально ничего сделать для того, чтобы у тебя у нее там забрали, отдали мне, да и я, в принципе, такое делать бы не стал. Забирать сына у своей матери, это все равно жестко. Хоть она там оступилась, хоть она истеричка, но в любом случае. Но чтобы с тобой видеться периодически, хотя бы вот по выходным были, там, 2-3, ну, 3 раза в неделю можно там попробовать, например. То есть, там, приезжаешь в пятницу, например, если со школы там заберут, если она тебя в школу, конечно, куда-то отдаст. Ну, я думаю, тебе отдаст, потому что, чтобы дом не сидел. Вот. И, например, также в воскресенье вечером или в понедельник я тебя буду возвращать. Вот типа того, что-нибудь. Чтобы, короче, никому плохо не было, все остались довольны. Если она согласится на это, то будет хорошо. Если нет, то будем уже в судебном порядке все это решать. Ты сам главное не расстраивайся. Что там еще он делает? К нему друзья ходят. Домой приходят, то там пьют. Они вот придут, сидят на кухне под 5 часов и все. А мне больше нельзя теперь на кухню ходить. А что тебе на кухне там? А? Что тебе там на кухне делать? Еда. Еда? А что, они... В постель забирай, дожри в постели, вообще пофигу. А он мне не разрешает. Блин, жесть. Самое обидное, что мы еще даже не долечились, они тебя забрали недолеченного. Слушай, а сколько вообще лет этому Игорю? Он же прям как будто мелкий какой-то. Ну не то, что мелкий. Ну у него по лицу видно, что он, ну, типа, 20, малолетка. 25. Я не знаю. Не сомневаюсь, я не спрашиваю. В этом промежутке, думаю. Но он младше мамки, вот, 100%. А ей как тебе? Она на год, по-моему, помладше меня. Я с тобой, мне кажется, я скоро даже общаться не смогу. У меня мама всегда телефон забирает, по сообщениям не проверяет всегда. Она, ну, мне... ты удаляй их. Да, она мне сейчас сказала, если она с тобой... Если она увидит, что я с тобой хоть общаюсь, так пишу тебе, она телефон выкинет, и мне вообще выходить. Какие-то абьюзерские у них отношения очень, ну, да? Да. Что, так не должно быть, тем более вот в наши годы. То есть это уже не норм, да. Ладно, когда нас там воспитывали, там бывало такое, что могли там чуть не скалкать, а там, допустим, шатать. Ну да. То есть у нас строго было. А вот сейчас именно, то есть, как мне кажется, всех выращивают так, то, что как комнатные, то, что никого там не выпорят, ничего, а тут типа странно как-то. Да и к тому же бессмысленно конкретно его. Ну ты сообщение со мной удаляй, я сам тебе первый не пишу, как ты видишь, не потому что мне там пофигу на тебя, а просто я понимаю, что я могу тебя там лишний раз подставить, и может только хуже быть. Поэтому я жду, пока ты напишешь или позвонишь, и потом мы с тобой как раз таки общаемся, потому что ты сам видишь, когда тебе удобно, допустим. Вот. Макс, пойдем быстрее. Что такое? Идем в тачку. Пока. Я с ним даже прощаться нормально не успел. А как, если они там вон идут? Смотри. За машину. Блин, надо блок на открыть, что они вообще говорят. Там ему... Да уже поздно. Ничего важного. Да. Игорь. Весь тонированный, что ж ты. Ну, понятно, что это пиздец. Ну, взрослый человек не будет вот этой херней заниматься, автонировать всю машину. То есть это его... Наклейки, блин. Да, смотри, у него даже фонари. Да, у него стопори даже стонируют. Ну, это жесть, блин. Про нее ты говоришь, она оступилась. Да ни хера не оступилась, она конченая же какая-то. Ну, типа, ситуация. Слушай, ну я не буду Максу уже об этом говорить, это его мама как бы все равно. Сука, ебать. Стой! Не-не-не, стой! Да погоди, не сейчас, ты дурак, что ли? Чё смысл? Открой, да погоди! Стой! Он что, не орётся, сука? Он ему никем не прив... Тихо. Подожди, забей. Это он на него орёт, да, но Макс это же и так рассказал. Сейчас нет смысла здесь. Я думал, он преувеличит, но он с хера ли с ним так обращается, от него ребёнка. С хера ли она позволяет так обращаться? Ладно, там отчим там бывает. Раз... Давай за ними. Я хочу знать, где они живут. Вот это уже более, да, лучший план, чем сейчас было выходить. А может реально к ним подошлем просто типов? Ну, кого ты хочешь, в спортиках подослать? Да. Просто, ну, сунем им там экшен аккуратненько, лица их не будем тоже палить там на видосе, чтобы они именно ему доходчиво, ты очень хорошо... Ты хоть это на камеру не говорил бы сейчас, потому что... Но они же не настолько будут, чтобы там не ломать же они его будут. Так пощечины дают, если что. Давай так и сделаем. Мне кажется, это норм, Варик. Потому что, ну, мне самому точно не надо, он заяву напишет, а так он ничего точно не докажет. Я буду там в другом месте в это время.
Даже она такая, вот, у нас есть квартира, машина, машина четырка, да? Квартира там просто. Интернет в квартире нет. Просто сколько четырка сейчас стоит? Тысяч? Не, она сейчас много стоит, сейчас 1200. Дороже, наверное, даже если может быть теоретически. Ну, просто, ребята, она объясняла, как Максу, то что все, Максим, мы теперь финансово обеспечены, есть квартира, я не знаю, что за квартира, конечно. Машины есть, я ничего против не имею, там таких машин тоже, да, все там по возможностям берут. Но вот эти вот понты, то что все у нас теперь, все есть, вообще крутые. А по факту любой из вас может просто летом там устроиться куда-то на подработку и заработать на такую машину. Ну, да. Я уверен, то, что... Не для семьи как бы. Ну да, это просто вот именно какой-то такой пацанский таз, просто поприкалываться там, покататься. Первое время, знаете, для тех, кто именно там только получил права, допустим, начал там, ну, явно это уже не такая, да даже вот-вот, там, Веста, Грант, это гораздо более серьезно, чем вот это вот. Да. А можно, кстати, поснять сейчас вот на улице, если они там тронут, если что-то там сделают, то можно будет все это использовать как раз-таки в суде. Ну да, то, да. То, что он в таких, да, условиях растет. И мать вообще никак не видела, не реагировала, по сути. Да. Можно попробовать, кстати, больше компроматов реально собирать, больше провокаций каких-то с их стороны. Кстати, вот еще один план. Я даже не знаю, что лучше. Не, вот это, кстати, хороший план, потому что... Ну, ты понимаешь, что вот эти провокации, это, получается, в жертву Макса мы пускаем. Ну... Что над ним будут так издеваться. Ну, а какой у тебя выбор-то есть? Его в любом случае, видишь, он как херово относится, а забрать ребенка все равно не сможешь. Куда он едет? Вот в Пушкино они живут или что? Вот в этих вот? Походу, да, проезжай подальше. Так, этаж бы еще понять, и квартиру нам вообще прям полностью. Да, как ты этаж-то поймешь, что заними, что ли, тяну и палево? Он, смотри, он как... Да подожди, что ли? Возьми ты камеру, а, я потом сейчас... Ну, а че? Что, если он так будет обращаться, я сейчас выскочу нахер. Да, смотри, они... он че пихает, су... Тварь. Ну, блин, сорян. Ой, ёптать. Ох, ёпта, у тебя что, руки чешутся? Ты что тут делаешь? Ты что, ну, пацана трогаешь? Ты что тут делаешь? Ты обалдел вообще, тут находишься? А что тут, вообще, с места, по-моему, что ты тут делаешь? Какое? Гуляй, я, ёпта, никого не должна. Ты что трогаешь, пацана? Ты что пихаешь, пацана? А ты что, пацана, трогаешь? Ты что тут делаешь? Ты вообще что делаешь? Вы что орёте-то, ёпта, можете спокойно вообще? Что, непривычно, да? А я вот терплю нахер вот это что? Так громко, а ты вот можно тихо зачем говорить? Сюда припёрся? Ты что с ребенком делаешь? Не ты травмируешь я его. Я ничего не травмирую. Ты его травмируешь. Ты видел со стороны, как вы с ним обращаетесь? Я в суде это еще предъявлю. Правда? Ты отец года, ты я можешь мне предъявлять, как я общаюсь с ребенком. Вполне могу, что угодно могу, да. Давай. Мамашка из тебя никакая. Да, а из тебя папашка. Макс, как дела? Нормально? Как оказался? Почему он здесь? Я? Да. Гулял, ёпта. Чё, в пути был. А что, вопросы какие-то есть или что? Есть вопросы. Ну, у меня тоже дохера вопросы. А ты что к пацану к нему лезешь? Вообще пальцем, что он нахер не трогал больше, ёпта. Дорогой папаша, своего сына, забирай свой подарок. Ты уже достал. Возьми его, пожалуйста. Макс, на, возьми телефон назад. Оставь себе, оставь себе. Ты что, вообще семейные отношения? Вообще обалдел, семейные, у тебя там с кем семья, я не могу понять. Свою семью мы строим там, в мою не лезем. Успокойся, ты вообще, я сейчас Макс ментов убери. Да вызывай, господи, я покажу видос, как он ребенка просто... Давай поговорим о твоих видосах, ты вообще обалдел. Давай, лайк поставила? Конечно. Здорово. Ты Гарик, обалдел? Тебе понравился видос? Ты просто... Макс это... сказал, вы по вечерам пойдем, смотрите пойдем, фильмы. Нет, пойдем. Видос мы, наверное, вместе смотрели. Куда пойдем-то? Еще раз ты появишься, это заявление. И что? Поставим чьего заявление, что я не могу по улице гулять или что? Нет, я не тебе понял, ёпта. Иди дальше, играй да в свои компьютеры. Да что ты говоришь? Я не понял, что ли, иди дальше. Ты сейчас прям тут несу. Ушел дальше свои компьютеры. Разошлись, давай. Иди куда шел. Вот это вот вставь в свое видео, и мы отправим это в прокуратуру. Да, отправляй. Кто? Кто, Гарик, отправлю. Ну ты видел, Санек, но я тебе говорю, они громкие, капец, как ты с ними общаешься. А? С ними общаешься, они громкие, пиздец, у меня башка заболела. А что мне делать? У меня варик, что ли, есть? Ты что делать-то в итоге? Как что делать? Ну, кстати, хорошая идея с судом была. Ну, с записью. А мне кажется, со спортиками хорошая идея, потому что, ты видишь, они прокуратура, они грозятся мусорами, они грозятся полицией, хотя сами куча всего нарушают. Нет, со она мне предъявляет за то, что я здесь нахожусь. Она адекватная? Мне тяжело не материться. Ребята, если где-то там мат от меня промелькнул, там при Максе тоже там матерился, заранее извиняюсь, но мне тяжело контролировать эмоции в данный момент. Хочу весь спектр, вообще все слова, которые только используются в лексиконе в матном, используются в ее адрес, в адрес ее Гарика.
Ты понимаешь, в чем фишка? Если спортиков, то, грубо говоря, ничего не изменится. Ну да, он перестанет его трогаться, но с мамашкой ты ничего не сделаешь, по сути. Да срать на мамашку, у меня больше горит из-за Гарика. Мамашка и мамашка, она с ним жила, она его выращивала все эти годы. А какой-то Гарик объявился, трогает его и так далее. Он мне тогда, когда мы жили, жаловался как раз-таки на другого, вот это Леша там, который был. Гарик. Да, то, что он его там и порол и так далее. Да какого хера вообще чужой мужик трогает ребенка? Он не имеет никакого на это права вообще. Блин, он сбросил. Сбросил? Это этот звонил? Да, но я не могу разблокировать, чтобы он снова позвонить. Да, подождем. На телефон ушел, пацана. Да? Ну да, зачем он ему звонит? Получается, он мне звонит. Он тебе звонит, да. Алло? Алло. Да. О, взял, я думал, не возьмешь. Да? Ну вот так. Такой ты непредсказуемый. Что, понял, кто звонит? Да, понял. Че, тему надо обсудить? Что-то мне так не нравится, как мы это все начали. Я сам не в восторге. Угу. Может быть, встретимся, поговорим? Давай встретимся, поговорим. Я пусть сюда подъезжает тогда. 175 универсам. Подъезжай. Давай, сейчас подъеду. Давай. У тебя есть что-нибудь в тачке? А что тебе нужно? Что-нибудь тяжелое. Ты что, дурак? Он же нормально хочет поговорить. А ты уверен? Ну, по голосу, да. А не какая-то это замануха просто. А замануха к чему? Саня, ты такой странный. Да нет, просто к чему замануха-то, я думаю. Ну, может, он, может, он реально сейчас, его... Ну, может, он сейчас с пацанами просто приедет и захочет... Может, он, наоборот, перед ней, блин, типа, красуется, а сам он не хочет так бузить. Я в это не верю. Я больше склоняюсь к тому, что тут как раз-таки какая-то замануха, то, что он сейчас приедет не один, и разговор уже будет более агрессивный. Ну, не знаю. Что-то мне кажется, нет. Часто бывает такое просто, как я сказал. Ну, ждем тогда. Такой шумный он еще, да? Угу. Подъехал, внимание. Давай посмотрим, один выйдет из тачки. А с кем думаешь? Один. Ну, тачку твою теперь видел. Значит, да он уже дает. Здорово. Ага. Че, я, короче, приехал ситуацию разрешить. Мне она сама не нравится. Во-первых, как ты общаешься с ней. К сыну лезешь, что за слежки? К сыну лезешь, ты слышал? К сыну лезешь, ты услышишь себя вообще? К сыну лезешь, ёпта. Смешно. Ну мне смешно, что ты говоришь. Ну мне тоже с тебя смешно, что ты устраиваешь. Я ничего не устраиваю. Что за слежки? Тёлка твоя неадекватная просто. Нормально общайся. Тёлка твоя неадекватная. Тёлка твоя неадекватная. Чё, не понял, что? Тёлка твоя неадекватная. Не смотри такими глазами. Не понял. Я тебя не хочешь пообщаться нормально, то давай нормально решим вопрос. Я не хочу с тобой общаться. Ты сам ненормально общаешься. Не хочу. С тобой приехал... я не разговариваю. А что приперся тогда? Вообще, что с камерами приперлись? Так ты вообще приперся, да, все снимаю. Я покажу вашу сущность. Какую сущность? Да бесите меня, вообще покажу лицо твоей суженой. Стыдно, наверное, тебе будет. Мне смешно с тебя только. Ну посмейся, давай вместе посмеемся. Зачем вот это вот все устраиваешь? Че? Какие-то покатушки за нами. Иди в компьютер свой играй, что ты там выкладываешь? Че взял, что в компьютер-то играю? Че, все знаю. Мой сын, ёпта, я слежу за ним. Чтоб он никто не обижал. Короче, такие уроды, к нему, чтоб не лезли, не трогали. Послушай, ты меня не трогай руками. Послушай, ты меня не трогай руками. Ты меня не слышишь. Я тебя слышу прекрасно. Меня нормально. Ага. Больше ее не трогай. Я ее вообще пальцы не трогал. И не подходи к ней. Я, к ней не подходил, я сам не в восторге от него, от вашего сыночка. Но воспитывать придется. Как уж это не тебе решать. Воспитатель. В смысле, как мне решать? Не тебе решать, как мне. Ну ты подружись с ним хотя бы, чтобы он тебя полюбил, не знаю. Хорошо, что к тебе относился. Думаешь, я у тебя что-нибудь спрашивать, как это мне сделать? Ну это мой сын, как минимум, да, поэтому желательно. Угу. Угу. Все, короче, больше, чтобы я тебя не видел рядом. Но если ты так дальше с ним будешь обращаться, то ничем хорошим для тебя это не закончится. Я тебе сказал, больше рядом, чтобы я тебя не видел. Рядом и с кем? С ней, и с ним. С ним? Да. То есть ты мне запрещаешь рядом с ним находиться? Вот. С ней не подходи. Ты чего вот вообще это, как обижаешься? Да. С ней ты рядом его не увидишь. Но с ним он было 13 мне. Лет назад. Рядом. В натуре. Я говорю, не надо. Ты вот общаешься как-то не по-человечески, что-то приходишь, ты приперся, мне запрещаешь с моим сыном видеться. Ты вообще в своем уме, ты адекватный. Я говорю, что ты неправильно поступаешь, когда со своей камеры врываешься в нашу личную жизнь и начинаешь что-то выяснять. Никто не врывается в вашу личную жизнь, я общаюсь с своим сыном, вы мне мешаете. Как ты с ним общаешься? Хорошо с ним общаюсь, можешь у него спросить. Я думаю, вы сами это видите. Лучше, чем с тобой явно. Ну, а если ты будешь его пальцем трогать, если будешь его обижать, бить, не знаю, если я об этом узнаю,
то ничем хорошим это не закончится. Ты меня что, напугал сейчас? Да, обосрись. Че? Че? Так общаешься? Ты что со мной, достаточно собрался? Ребят, короче, дальше началось самое интересное, то, что разговаривать он уже не смог, уже не выводил разговор, началась уже потасовка, как вы видите, он начал применять физическую силу. Что было дальше, посмотрите в моем телеграм-канале, потому что разговор уже хорошо у нас явно не клеился. Ссылка на телегу в описании, если смотришь этот ролик, то этот фрагмент прямо сейчас уже загружен туда, после этого начались от него уже конкретные угрозы. Ну, в общем-то, сейчас спойлерить не буду. Сами там все в телеграме посмотрите, ссылка в описании. И обязательно напишите в комментариях ваше мнение по поводу этой ситуации. И напишите в комментах, если вы хотите увидеть лицо этой мамки. То есть только давайте себе отчет. Смотрите, если я вам покажу ее лицо, то у меня могут быть проблемы в суде касаемо всей этой ситуации. Потому что она как раз таки подаст на меня, я уже вряд ли смогу видеться с сыном. Но это вот пока под вопросом, но такое возможно. Если же я не буду вам показывать, то это реально сейчас скажется в плюс для меня. Поэтому давайте сейчас просто не только ваше любопытство будем учитывать, но и мое положение. И обязательно пишите в комментариях ваше мнение по этому поводу. Стоит ее показать лицо или же не стоит. И по большинству я уже буду принимать решение. Но обязательно ставьте лайки. Будем дальше думать, как все решать. Сейчас я поеду к юристу, но это уже другая история.